Крупнейшая сеть магазинов игрушек в США Toys R Us на фоне снижения потока покупателей объявила о банкротстве. Компания задолжала 5 миллиардов долларов. Значительная часть долга образовалась после обратного выкупа акций компании в 2005 году. Toys R Us уже договорилась о выделении 3 миллиардов долларов от различных инвесторов, чтобы покрыть часть долга. Сделку должен утвердить суд. Поданное в суд Ричмонда заявление о добровольном банкротстве с целью реструктуризации долга, отмечает Toys R Us, касается только бизнеса в США и Канаде, где расположена большая часть магазинов. Сеть Toys R Us была создана в 1948 году и насчитывает 1600 магазинов по всему миру.